Наркотики ломают жизнь и не приносят ничего, кроме страданий. Попробовав один раз запрещенное вещество, человек уже выносит себе либо смертный приговор, либо до 25 лет тюрьмы, сам того не осознавая. Наркодилеры внушают молодым людям, что спайсы, соли и другие вещества – это модно и можно много заработать. Но это прямой обман, приравненный к доведению до самоубийства. Именно на предупреждение распространения и употребления в первую очередь молодыми людьми наркотиков и направлено профилактическая акция сотрудников милиции. В настоящее время имеет место быть проблема наркотизации населения, в том числе и несовершеннолетних. Уже за последние полгода в отношении несовершеннолетних было возбуждено 6 уголовных дел за незаконный оборот наркотических средств. Именно поэтому правоохранителями Брещины активно проводятся профилактические мероприятия. Мы посещаем места массового скопления граждан, проводим с ними беседы, раздаем профилактические листовки. Не так давно правоохранителями в ходе несения службы на улице Советской задержан мужчина, при котором при себе находилось опасное психотропное вещество. Возбуждено уголовное дело, и свободная жизнь для этого человека закончена. Ответственность за незаконный оборот наркотических средств предусмотрена статьей 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Максимальные санкции статьи представляют собой 25 лет лишения свободы. Сотрудники милиции посетили ряд точек массового скопления людей, чтобы раздать им предупреждающие листовки, а также наклеить QR-коды, отсылающие на профилактическое видео. Радует то, что молодежь города над Бугом в своем большинстве отрицательно относится к запрещенным веществам, отдавая предпочтение спорту и может твердо сказать «нет» наркотикам. У нас проходит акция против наркотиков. Как вы относитесь к наркотикам? Негативно. Резко негативно. Негативно. Держите, вам листовочки такие. Ага. Напоминаем, что наркотики – это большое зло, чтобы себе, друзьям рассказали об этом. Ну, я думаю, что все в курсе, что наркотики – это убивает. Может, пару слов кто-то желает что-то сказать? Как вы относитесь к подобным акциям? Положительно, потому что люди должны знать, что наркотики – это большое зло, что нельзя этим увлекаться, как себе, так и другим. Мы против наркотиков!